Как известно из рождественской истории, Иисус родился в хлеву. А это значит, и козочки, и овечки, и коровки все были рядом. Сегодня мы в замечательной семье, в семье Паутовых. И что бы вы ни думали, но мы находимся в Санкт-Петербурге. Пойдемте к ним в гости. Ну, во-первых, спасибо вам большое, что вы открыли свой дом, распахнули его, и мы здесь сегодня у вас. И я вижу, судя по тому, что есть на столе ингредиенты, впереди нас ждет что-то вкусное, сладкое и, видимо, печеное. Да, Степан? Это правда. Да, замечательно. Позвольте, я вас представлю всех. Итак, у нас глава семьи Андрей, Семен, Степан, Майя, супруга Андрея, конечно же, и Эмилия. Эмилия с замечательным мышем. Маршмеллоу. Вот. А мы будем сегодня что делать, Степ? Наш традиционный пирог, который называется манник. Отлично. Традиционный пирог манник. Ну, давайте делать традиционный пирог манник. Давай сначала что-то первое будешь добавлять. Аккуратно, пожалуйста. Ловко. Да, Эмилия в лоб чуть не зарядил. Кстати, яйца вот наши тоже. Да? Не магазинные, да. У нас курочки есть. Они нам несут что яйца. Что вообще всего своего есть? Ну. Курочки, козочки мы видели. Да, козы есть, куры. И коты за окном бродят. Степа, почему ты сказал, что манник – это ваш традиционный пирог? Ты все время вообще… Почему ты его делаешь? Это, в принципе, удивительно. Как бы это передается из поколения в поколение. Степа – четвертый сын. Серьезно? А я пошла. Да, то есть когда-то все сыновья по очереди готовили этот пирог. Вот да, когда-то Маня готовила, да, я уже не помню. По очереди. Наверное. Сейчас эта эстафета перешла к Степе. А кто учил тебя, Степа? Семен? Да. Точно передается, значит, все из поколения в поколение. Эмилия, ты уже ждешь, наверное, этот момент, когда же… Да, следующая Эмилия. Когда же ты сможешь туда запустить свои маленькие ручки? Потом я своих племянников. Андрей, расскажите, у вас же наверняка есть какие-то семейные традиции. Вот, как правило, традиции возникают за столом. Вот застольные традиции есть в каждой семье, я не знаю. Вы, может быть, там ужинаете все всегда вместе, обязательно, или завтракаете. То есть, ну, вот что-то такое… Ну, я по натуре человек такой неформальный. Я в неформальной обстановке всегда чувствую себя более свободно, раскованно. И как бы это моя среда, я в этом плыл всю жизнь. Вот, и в семье своей, вот это может, если можно так сказать, традиция жить максимально без традиций. То есть нетрадиционные какие-то вот у нас. Ну, сама наша жизнь в городе, в своем доме, с животными, и уже нетрадиционные, потому что люди живут в деревне с животными или в городе без них. Ну да. С магазинами Dixie, там, под боком Пятерочки, а у нас вот все вот так вот получается. Но в этом как бы и есть интересы наша семья, особенность нашей семьи, что мы вот именно стараемся традиций особых не соблюдать. Но все равно же у вас есть что-то, что вот выработалось, может быть, оно постепенно, это вот прямо только ваше. Оно может быть неформальным, но только ваше. Ну, например, вы же молитесь за еду, правильно, когда садитесь кушать вместе? Ну, ничего такого у нас нет формально. Вот все, что вы назовете формально, у нас этого нету. А вот это да. Неформальное движение, именно движение в свободе, в результате этого у нас все дети в семье верующие оказались, потому что они никогда не чувствовали себя какими-то зажатыми или прижатыми, или в какой-то очереди, обязанными чему-то так сильно уже, да. Если такие были моменты, то они, ну, мы с ними расставались в итоге все равно. С детьми? С этими моментами, да, формальными, с такими, да, традициями в кавычках. Вот я знаю людей, которые двигались традиционно, и да, хотя даже сами верующие, а дети оказались да, неверующими. Поэтому я просто пытался в результате того, что я дал вот эту свободу, я тогда мог видеть, что где дети, где Бог. Угу. Он двигается же тоже, Бог у нас. И в традициях, и вне традициях, да, мы можем увидеть его. Конечно. Ну а дети в силу своей неформальности такой, незажатости, они, через них Бог очень часто являл там нам, ну, я наблюдал, что Бог прекрасно через детей двигается. Да? Не нужно тут богословского образования какого-то особенного или там что-то еще. Вот эта свобода семейная у нас, что мы детям, как только у ребенка было желание там чем-то заняться, или мы всегда поддерживали его в этом.
если было у ребенка желание помолиться, всегда он, пожалуйста, помолись. То есть... Давали свободу. Да, а в некоторых семьях говорят, нет, только папа должен молиться. А-а-а. Раз он глава семьи, да, вот будьте любезны. И это... Вот на самом деле, вот как бы вы не говорили, что традиции нет, вот она традиция. Ну вот это традиция, да, определенно, да. Просто она очень индивидуальна, она ваша, да. И этого никто не может отнять. И это здорово, я так понимаю, что вы просто прям рады. Ну да. Что это происходит? Степан, не знаю, я рад, а как народ, не знаю, рад он. Миля, ты рада? Я очень рада. Рад, все. Все рады. Как вообще все распределяется по готовке, по всему, по домашним делам? Ну я понял, вот Семен, он сейчас... У вас занимается хозяйством таким, что связано с живностью. Угу. Да, а вообще вот все... эта свобода, о которой вот Андрей говорил, она как раз, наверное, была связана, может быть, с такими бытовыми особенностями, что мама и папа работают, рождаются дети, и все дети приучены были к самостоятельности с ранних лет. Могут приготовить еду, сварить суп. Все умеют. Все умеют. Построить. И даже сварить суп? Даже сварить суп, да. Да, вот Семен у нас сейчас, так как он больше всех дома находится, я за ним. И больше всех? И он варит. Нет, Матвей больше всех. Но он уже... Варит. Ну, Матвей занятой просто, да. А я как самый старший, самый свободный. Матвей занятой. Он Матвей, правильно, он младше тебя, да? Нет, он старший, но он и учится, и работает. А Семен только учится. Понятно. Ну и просто свободен. Ну это деньги, ну, в принципе, и работа, да, получается. Степа, это секретный ингредиент? Здравствуйте, салфетки. А, салфетки. Я думал, ты за секретным ингредиентом, секретный ингредиентного пирога. Ингредиента нету. А, ты тоже знаешь этот мультик. Это, кстати, наша, можно назвать, традиция. А, вот. Есть еще одна традиция. Мы всегда в семье, и когда с другими людьми разговариваем, цитируем цитаты из мультиков. Из фильмов. Ну, из фильмов. Случайности не случайны. Типа того, да. Я здесь у вас не зря. Я обожаю эту традицию. Это вообще моя тема. Слушайте, класс. Расскажите, я знаю, что у вас много свидетельств, и мы когда еще только зашли в дом и начали разговаривать, тут уже сразу, прямо это чувствуется, что здесь куда ни посмотри, какая-то история связана с каждой частью дома, с каждой частью вообще постройки всего этого, всей вашей судьбы и истории. Расскажите что-нибудь. Можно я расскажу? У нас свобода. Ну, у меня была лучшая подруга. Мы с ней, ну, играли, ну, до сих пор играем. И как-то раз мы поссорились. Так. Навсегда? Нет. Ну, мы поссорились. И? И как бы было такое... Так было неприятно, что я пыталась даже не отвечать на нее сообщение. И меня это уже все достало. Так. Я просто удалила ее с WhatsApp, и она меня тоже. Мы потом помирились и установили себя в WhatsApp. Слава Богу. Здорово, вот это свидетельство, дай 5. Просто молодец, спасибо. Это чудо, действительно, от Бога. Что мы с женой молились, начали молиться за то, чтобы жить на своей земле. А жить на своей земле – это означало жить далеко за городом. Так. Учитывая, что денег на покупку какой-то недвижимости у нас не было. И я тогда просил Бога, в чем сложность была проблема, что нам нужна была земля, чтобы построить дом, естественно, и жить здесь. Но земля должна быть в городе именно. Чтобы дети наши могли продолжать учебу в школе, мы инфраструктуру не потеряли городскую и так далее. Да. А как ближе к городу, так сразу цена, естественно, возрастает. Конечно. И я молился Богу, чтобы Бог нам дал землю. Вот. Просто чтобы Бог каким-то образом дал нам землю. Я не думал, как это будет, как это произойдет. Ну, в один момент я молился Богу вечером. И говорил: «Господь, дай мне землю». И вдруг понимаю, что это была какая-то глупая молитва, потому что нужно было просить деньги. А не землю. Думаю, откуда земля с неба не упадет как-то. Вот. А деньги упадут? Да, деньги могут упасть. И на следующий же вечер, когда я сказал Богу вечером, сказал: «Господь, дай мне деньги, а без денег мне никто ничего не даст». На следующий день у меня эта земля уже была совершенно без денег. Я приехал сюда на машине в этот район. Так.
Вот, это город Санкт-Петербург, недалеко от Устьежоры, не то Рыбацкая. Я пришел в этот район, как бы так, можно сказать, по вдохновению от Бога пришел. И навстречу мне вышли, как бы я пришел, один был на дороге, вышел из машины, навстречу идут мне три человека, как вот в той истории про Авраама. Да. И я спросил, продает ли кто здесь землю, они мне говорят, иди туда-то, иди в садоводство вот это, там живет бабушка, зовут ее Валентина Васильевна, фамилия у нее Курочкина. То есть она продавала землю в прошлом году. То есть я только вышел из машины, я знал уже бабушку, как ее зовут, где она живет, имя, отчество. Но я потом уже оценил эту ситуацию, подумал, что это, видимо, были ангелы. И встречаем, мы в итоге встретились с этой бабушкой вечером, вместе с женой зашли к ней, она пригласила нас чай попить. И в разговоре мы хотели выяснить только одно, сколько стоит земля. Так. Вот. А когда уже мы посидели полчаса, моя жена Майя спрашивает, Валентина Васильевна, скажите, сколько земля стоит, и мы пойдем уже. Она мне мигала, говорит, нам же домой надо, давай. Ну, вот. Валентина Васильевна говорит, нисколько не стоит, так забирайте. Да ну. Вот, говорит, документы на столе. Разрешение администрации, задание архитектора, кадастровый план участка, говорит, забирайте, я так отдаю, она говорит. Невероятно. И так появилась земля у нас, да. И я подумал, когда я пришел домой, я молился, и мне такое было, в разуме крутилась такая фраза, что Бог сказал, я всемогущий. Ну, как бы вот понял через вот это вот чудо, которое Бог сотворил, я вот это открыл его в этом плане всемогущество. После того, что я получил когда эту землю, я понял, что если человек, у меня пришла такая вера, что если человек просит у Бога жилье или дом, или землю, и Бог обязательно даст. То есть никаких здесь не должно быть сомнений ни у кого никогда. Невероятно. Просто надо молиться. Я принимаю. Просто молиться и доверить, и ожидать от Бога чуда какого-то своего в этом вопросе. Ой, как здорово. Так просто вдохновляюще вы так говорите, я прям чувствую. Перееду скоро. Так, ну тем временем так раз, и Степа так четко очень все уже замесил, все сделал. Пора ставить духовку? Пора. Ну давай. Манник наш готов, да. Степан, ну тебе право первого надреза, хрясь. Вот так, серьезно, я думал барабанная дробь будет какая-то, ну ладно, можно и так резать. Мало денег будет. Спецэффекты, надо заплатить. Да, спецэффекты оказались очень простыми, да, но все-таки похоже, что очень вкусные. Мили, любишь манник? Обожаю. Понятно, с чем больше всего любишь, с вареньем? Чем держать вон? С молоком? А как же еще? Из чая. Налетай. Налетай, да. Прям можно брать вот так вот, да? Да. Можно даже без ручек есть. Как он парит еще. Слушайте, как здорово. Ну, вы знаете, мы всегда приезжаем к нашим гостям не с пустыми руками. И сегодня тоже мы к вам приехали с маленьким подарочком. У нас есть для вас вот такая замечательная елочная игрушка. Это вертеп. Здесь Мария, Иисус, Иосиф, и прелесть этой игрушечки в том, что она сделана из оливкового дерева. Это для вас, для вашей семьи от телеканала ТБН. Спасибо. Повесьте к себе на елочку. Спасибо. Вот сюда повесили, вот сюда уже сразу, пока временно. Вот. Вот у нас рождественский символический подарок. Вот, скажу так. Вот. А у нас к вам ответный тоже, ну, этот... Это игрушечка елочная. Говорит о начале христианства, когда Иисус родился. Да. А эта игрушечка говорит о финале этой истории. Это вам подарок от нашей семьи. Спасибо большое. Спасибо. Вот такая игрушечка. Я что, могу торжественно обещать, что она будет висеть на елочке телеканала ТБН. И все будут знать, что она от вас. Спасибо большое. Ну и, конечно же, в преддверии Рождества, Нового года. Поздравьте наших зрителей и какое-то пожелание от вашей семьи для всех наших телезрителей. Можно я? Ну поздравь, Миль, давай. Нет, почему должен? Говори, раз ты захотела. Скажи. Говори. Все, Миля перехотела. Ну нет. Желаю, чтобы у всех было все хорошее и было много
Много конфет у детей. Тонкий намек. Ну что можно сказать? Я хочу поздравить всех с Рождеством, с праздником христианским. И какие бы праздники ни были, да, но я понял, что семья и вот именно акцент на семейные отношения, на сохранение семейных отношений, на созидание семейных отношений, оно остается до праздников очень важной темой, во время праздников и после. Поэтому я желаю, вот для меня это повод пожелать всем семьям придерживаться семейных ценностей, не вести сейчас на современные вот эти вот модели, которые предлагает нам современная ситуация, не вестись на это, а придерживаться традиционных вот этих вот семейных взаимоотношений, любви между супругами, любви к детям, заботы друг о друге, взаимное прощение и уважение друг к другу. Желаю, чтобы в этом году у вас все это, если было порушено, пусть это все будет созидаться. Вот. Если это все у вас все в хорошем, так сказать, ключе протекает, то пусть это все улучшится. Вот. А если еще не начиналось, то пусть начнется. Вот здорово. Спасибо большое. Друзья мои, с вами программа «Все свои». И сегодня я был среди своих, среди замечательной семьи Паутовых. Я поздравляю вас с Рождеством. Будьте с нами и будьте благословенны.